Ребята, встаньте, выйдите из-за парт и давайте сделаем упражнение для снятия напряжения с плеч и спины. Соедините пятки и поднимите прямые руки в стороны. Шея длинная, смотрите вперед, следите за счетом. Начинаем. Левую руку за голову, правую руку на пояс. Раз. Руки в стороны. Два. Правую руку за голову, левую руку на пояс. Три. Руки в стороны. Четыре. Теперь быстрее. Левую руку за голову. Раз. В стороны. Два. Правую руку за голову. Три. В стороны. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Опустите руки. Во втором упражнении будут наклоны в стороны. Встаньте ноги врозь. Шире плеч. Руки поставьте за голову. Локти точно в стороны. Приступим. Наклонитесь влево. Раз. Выпрямитесь. Два. Наклонитесь вправо. Три. Выпрямитесь. Четыре. Еще. Влево. Раз. Выпрямились. Два. Вправо. Три. Выпрямились. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Очень хорошо. Опустите руки. Завершим упражнение прыжками в сочетании с ходьбой на месте. Встаньте ноги вместе, руки поднимите вверх, и на первые 8 счетов будем прыгать на двух ногах. Потом маршировать, помогая руками. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прыжки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. Молодцы. Продолжаем урок.